Сборная России не выступит на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Международный олимпийский комитет по итогам заседания в Лозанне дисквалифицировал ног России, однако дал возможность поехать на Олимпиаду под нейтральным флагом индивидуальным чистым российским спортсменам. Получившие приглашение атлеты смогут участвовать и в командных видах. Уже подтвердили участие российских сборных Международной федерации хоккея и кёрлинга. Российские спортсмены смогут поехать на Олимпийские игры при соблюдении строгих условий, сказал президент МОК Томас Бах. Надеюсь, это решение подведет черту под этим позорным эпизодом и будет стимулом для создания более эффективной антидопинговой системы. МОК также пожизненно дисквалифицировал тогдашнего министра спорта Виталия Мутко и его заместителя Юрия Нагорных. Глава ОКР Александр Жуков был лишен статуса члена МОК. Кроме того, Россия заплатит компенсацию в 15 миллионов евро. Поедет ли Россия на Олимпийские игры при таких условиях или объявит бойкот? Пока Александр Жуков сказал, что будет подана апелляция в Международный спортивный арбитражный суд.